У нас опять Mazda 3 на установку USB и активацию CarPlay. В данный момент уже сделали все работы по демонтажу необходимого пластика. Обновляется прошивочка, которая поддерживает Android Auto CarPlay. Вот, в общем-то, сам USB, который мы будем устанавливать. Потребуется разобрать центральную консоль, фактически полный демонтаж, плюс элементы торпеды и климат. Сейчас мы этим будем заниматься.